В лицее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялись тематические уроки в честь Российского дня науки. Эта дата очень важна не только для опытных представителей научной сферы, но и для подрастающего поколения. Как правило, именно в школьные годы зарождается интерес к исследованиям. С разработки плана все начинается. План создают ученики вместе с учителями. Мы изучаем спрос, потребность наших учеников в новых знаниях. Выдаем им бланк с интересными темами, среди которых ученики выбирают наиболее для себя важные. В рамках программы лицеисты смогли посетить открытые лаборатории, самостоятельно поработать с микроскопами и другим научным оборудованием. Помимо этого, в стенах лицея имени Лобачевского состоялась и интеллектуальная игра «Что, где, когда». Сотрудники лицея уверены, интерес к научной деятельности необходимо закладывать еще со школьной скамьи. Начать можно с банального изучения явлений, которые происходят вокруг. К счастью, нынешнее поколение нашего лицея имени Николая Ивановича Лобачевского к науке относится очень положительно, с большим уважением и наука является неотъемлемой частью нашей образовательной среды. Дети посещают лаборатории нашего Казанского федерального университета, занимаются наукой уже со школьной скамьи. В этот день мы можем узнать, как российская наука повлияла на мир, на его улучшение, на технический прогресс. Искусство тоже является неотъемлемой частью науки. Благодаря ему формируются и развиваются способности человека творчески преобразовывать окружающий мир, находить нестандартные методы решения поставленных задач. Поэтому одной из площадок стала арт-мастерская. Основной фактор – это они просто приходят и расслабляются, потому что учеба достаточно серьезная, и они просто получают удовольствие и снимают стресс даже в какой-то мере таким образом. Естественно, это и мелкая моторика, это и приобщение к красоте, красоте природы, красоте цвета. На примере лицея имени Лобачевского мы можем заметить, что современное поколение активно интересуется и развивает научное направление. Ученики не только осваивают образовательную программу, но и занимаются собственными научными проектами. Кто знает, может когда-нибудь одна из таких работ перерастет в нечто большее и внесет огромный вклад в развитие современных технологий. Регина Табрисова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.